3 октября в администрации города прошло очередное совещание по проведению осеннего санитарно-экологического месячника, который объявлен с 9 сентября по 10 октября. На совещании присутствовали представители 20 крупнейших предприятий города, председатели территориальных общественных самоуправлений. По итогам совещания предложено до 10 октября организовать субботник с участием сотрудников на своей и прилегающей территории. Кроме этого, наиболее активные предприятия выйдут на субботники в Ельниковскую рощу, на набережную реки Волга, автопляж, улицы города. Всем, кто выходит на дополнительно закрепленные территории, предоставляются мешки, перчатки, талоны на вывоз мусора на полигон ТБО. Администрация Новочебоксарска призывает все городские организации к проведению массовых субботников по уборке территорий, находящихся в собственности, аренде или пользовании.